Это управление вневедомственной охраны по Иркутской области, дежурный капитан Новицкий. Тревогу записывайте. Экипаж вневедомственной охраны выдвигается на улицу Пескунова. В одной из квартир произошла попытка взлома. В таком деле главная быстрая реакция, хорошее знание не только улиц города, но и внутри дворовых проездов. Сотрудники на месте проникают в подъезд и задерживают злоумышленника. Этот выезд в Иркутске учебные тренировки проходят регулярно, чтобы поддерживать форму. А вот коллеги из других городов Приангарья в праздничный день выезжали на реальные вызовы. В городе Тайшете сегодня при срабатывании сигнализации спасли от пожара имущество гражданина, гараж и жилой дом. Задержали группу профессиональных воров, доставили территориальный отдел полиции. В городе Шелихове при попытке оказания сопротивления нападения на таксиста сотрудника вневедомственной охраны был задержан гражданин, который находится в федеральном розыске, доставлен в территориальный отдел полиции. Выполняем все то, что нам предписано, чем должны заниматься. Я считаю, на высоком профессиональном уровне. По словам начальника областной вневедомственной охраны Валерия Пуроса, работа не делится на праздничные и выходные дни. В 2017-м сотрудниками было пресечено 56 попыток посягательств на охраняемые объекты. 124 эпизода с задержанием лиц, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков, и более сотни фактов краж со взломом. Но сотрудники не отказывают в любой помощи. Бывало такое по повседневной службе, что люди благодарили за помощь. Допустим, в беспомощном состоянии человек, когда находится, ты постоянно его как бы подвести куда-то, что-то до дома довести в темное время суток. Бывало такое, люди благодарили, как бы, и руководство как бы тоже благодарит, грамоты вручает за добросовестное несение службы. Вневедомственная охрана – одна из самых технически оснащенных служб Национальной гвардии России. В распоряжении современный спецтранспорт, связь, вооружение и средства защиты. Но прежде всего это люди, взявшие ответственность за безопасность граждан. Галина Соболева, Олег Федоров, Сергей Полянский. Новости сейчас.